Всем привет, ребят, с вами Gabzor.com, сегодня у нас на тестах беспроводные наушники HyperBreeze V2. Это новые наушники с поддержкой Bluetooth 5.0. Эти наушники относятся к недорогому сегменту, более подробная информация по ценам и характеристикам в описании к этому видео. Комплект включает две пары дополнительных амбушюр, кабель USB, зарядный чехол, руководство пользователя. Форма наушников сохранена, но серьезные изменения прошли по техническому оснащению. Вместо механической кнопки предлагается сенсорное управление. Переключение треков и изменение громкости проводится касанием внешней стороны наушников. Зона отмечена маркировкой. Основным материалом Hyper TWS Breeze V2 выступает пластик с глянцевым покрытием. На внутренней стороне расположена группа контактов, а также отметки по правой и левой стороне. Визуально корпус монолитен. Реализована защита по стандарту IP54. Они не боятся капель и брызг воды. Можно эксплуатировать под дождем и во время активных занятий спортом. Контролировать статус с помощью светодиодных индикаторов на каждом из наушников. Поддерживаются голосовые подсказки на русском языке. Дополнительно к установленным на ножку динамикам амбушюрам есть еще две пары, позволяя выбрать оптимальный размер под свои уши. Качественные изменения коснулись док-станции. На ней появился дисплей, отображающий уровень оставшегося заряда. Наглядно и информативно. Фиксируются наушники в нем с помощью магнитов. При открытии крышки не выпадают. Зарядка теперь проводится через актуальный USB Type-C разъем, заменив морально устаревающий micro-USB. Как и ранее, производитель в этом недорогом сегменте предлагает поддержку Bluetooth 5.0 с кодеком A2DP. Энергоэффективная версия протокола с увеличенной дальностью подключения. Качество связи высокое. Встроенного аккумулятора с емкостью 40 мАч хватает примерно на 2,5 часа прослушивания музыки на высоком уровне громкости. С помощью комплектного бокса можно будет провести 2 полных цикла зарядки. По звуку огрехов нет. Акцент в звуковой сцене сделан на нижней части среднечастотного спектра. Басы мягкие. Подойдет для прослушивания музыки, подкастов и просмотра фильмов. Уровень максимальной громкости без запаса. Есть встроенный микрофон, позволяющий ответить на входящий вызов, не доставая смартфон. Он же за время тестирования используется во время конференции Zoom. Если вы еще находитесь в поисках беспроводных наушников, HyperBreeze V2 станут хорошим выбором без серьезных трат на покупку. При этом они предлагают отличное техническое оснащение за защиту IP54, сенсорное направление, USB Type-C и цифровой дисплей в боксе. С удовольствием обсудим с вами HyperBreeze V2. Всем спасибо за внимание и пока-пока!